от имени администрации Нюрбинского района и от себя лично поздравляю всех жителей Нюрбинского района с одним из самых светлых и радостных праздников – Международным днем семьи. Во все времена семья была и есть и остается основой общества, источником любви и уверенности в завтрашнем дне. Без института семьи невозможно построить сильное государство, поскольку именно в семье закладываются духовные, нравственные и культурные ценности, необходимые для развития нашего общества. Помните, создавая семью, вы создаете будущее. Отмечая этот праздник, мы возрождаем вековые традиции бережного и внимательного отношения к семейным ценностям и глубокому смыслу, заложенному слово «семья». От всей души желаю каждой семье счастья и благополучия, гармонии и домашнего уюта. Уважайте, цените и оберегайте друг друга. Пусть в ваших семьях живет любовь и верность. Пусть только добро и радость будут вхожи в ваш дом. Пусть все дорогие и близкие вам люди будут здоровы. С праздником, с днем семьи!